бутерброды. О, похоже, привезли мою пиццу. Привет, дедушка Федор. Привет, Макс. Заходи. Никогда не отгадаешь, что я решил сегодня сделать. Угостить меня бутербродом. Да, угощу. Но только если ты прыгнешь со мной с парашютом. Прыгнуть с парашютом? Даже и не проси, это невозможно. Я очень сильно боюсь высоты. Кстати, что там насчет бутербродов? Просто полетели со мной, Федор. Поддержишь меня, насладишься видом из окна. Даже не уговаривай. Там будут бутерброды. Так чего ж мы ждем? Поехали, скорее! Дядюшка Федор, вот, надень парашют, на всякий случай. Зачем он мне? Я же не собираюсь прыгать. А вдруг сумка с бутербродами улетит вниз? Давай сюда парашют. Ой! Что ты наделал? У меня же есть парашют! Какая красота! Эй, ты! Археоптерикс! Немедленно верни мой бутерброд! Я жду! Ах ты, хитрая птица! Ух ты! Что это там? Похоже на конфетные домики. Фу! Эти конфетные крыши совсем не сладкие. Наш народ приветствует тебя, чужеземец с небес. О, а вот и местные жители. Здравствуйте, мистер Вождь. Между прочим, ваши конфетные домики совсем не сладкие. О, вы просто пробуете не с той стороны. Позвольте принять вас как нашего гостя и показать вам, как мы живем. С удовольствием, господин Вождь. Это ветряной двигатель. С помощью него мы мелим зерно. Это же мельница! А это трубопровод для быстрого перемещения по территории деревни. Фантастика! Это наша электростанция. Не может быть! Прямо в лесу! А это наши летающие лодки. Невероятно! Вождь, а как бы и мне заполучить чертежи всего этого? О, чужеземец, это невозможно. Наши технологии очень секретны. Мы их оберегаем и храним. Вот бы заполучить к нам в город хотя бы часть этих технологий. Так, длинный клюв, что ты мне тут принес? Похоже, это можно есть. Осторожно, он может быть отравлен. Давайте я сначала попробую. Ну хорошо, будь по-твоему, чужеземец. Эй, кажется, с ним все в порядке. Дай его мне. Я вкуснее в жизни ничего не ел. Где ты его взял? Длинный клюв. Так эти чудесные... Бутерброды. Бутерброды? Ты их привез? Да, у меня их целая сумка. О! Что?
Мы посовещались с моим помощником и решили, что готовы предложить вам в обмен на бутерброды чертежи нашей мельницы. Забудьте. Хорошо, мы дадим еще чертежи электростанции. Нет. И технологию трубопровода. Не-а. И схему летающих лодок. Летающих лодок? Пожалуй, нет. Я дам тебе кусок вот этой конфетной крыши. По рукам. С вами приятно иметь дело, господин вождь. Здорово мы его провели, а? И вождь в обмен на бутерброды дал мне эту конфету. Это ж деревяшка. Дэн улетает. Итак, решено. Я полечу в космос и стану первым пузырем, высадившимся на Луну. Что, хочешь полететь со мной? Прости, друг, но в ракете место только для одного. Ох ты. Друзья, у меня отличные новости. Я лечу на Луну! Я стану первым пузырем, полетевшим на Луну. Ой, это так классно! И что там делать? Поставить флаг? Что же еще? И надолго ты уедешь? Нет, всего на 2 года. Что? Да это не так уж и долго. На Марс вон, 5 лет лететь. И это в одну сторону. А в парк развлечений лететь всего 5 минут. И флажков там столько, сколько хочешь. Ты понимаешь, дядюшка Федор, это же Луна. И когда ты улетаешь? Через неделю. Нам нужно что-нибудь сделать, чтобы Тен передумал ехать. Нужно как-то отговорить его. Это невозможно. Ты же знаешь его характер. Непробиваемый. Давайте украдем Луну. Нет, это плохая идея. Я буду скучать по нему. Мы тоже, Буль-Буль. Да. А что, если мы покажем Тену, как сильно он нам нужен? И что мы не можем без него? Хорошая идея. Мне нравится. Попросим его нам помочь. С чем справится только он. Точно. А может, все-таки украдем Луну? Ладно, я согласен. Но мой план лучше. Тен, мне нужна твоя помощь. Без тебя никак не обойтись. Конечно. Что там случилось? Вот, у меня перестал работать холодильник. Ну, вот и все. Готово. А если он опять сломается? Ну, тогда просто снова вставь вилку в розетку. Ага. Да вот в последнее время телевизор плохо показывает. На нем, кстати, можно смотреть передачи про Луну, и не надо никуда лететь. Так, ну-ка. Так. Ага. Думаю, он плохо показывает из-за того, что кто-то вместо антенны вставил вот эту отвертку. Это не я. О!
Так, Буль-Буль, а что у тебя стряслось? Мне нужна твоя помощь. Так, что нужно делать? Поднести полы. Буль-Буль, ну я же не... Ладно, дам тебе своего робота. А мне еще твоя помощь нужна. Какая? Прости, Буль-Буль, мне пора. Мне уже скоро улетать. Дэн, очень нужна твоя помощь. Без тебя просто никак. Что, тоже полы подмести? Да! Ой, нет, поиграть со мной в мячик. Макс, мне сейчас не до игр, мне пора улетать. Ой, кажется, наш план не сработал. Говорил же, надо было украсть Луну. Итак, все готово к полету. Дэн, не улетай! Я не хочу, чтобы ты улетал! Да, нам без тебя будет скучно! Ты нам нужен не как помощник, а как друг! Конечно, не хотим! Знаете, я, по правде говоря, и сам не хочу улетать. Но уже слишком поздно. Ты что, хочешь полететь вместо меня? Ну... А ты справишься? Ну что ж, я как раз очень давно не играл в мячик. Ветряные горки. Дедушка Федор. О, привет, Макс! Слушай, я тут узнал, что за пустыней, за кристальными горами, есть место, где на деревьях растут конфеты. И не просто конфеты, а самые вкусные конфеты в мире. Очередная байка. Это не байка. О, это про нее ты мне рассказывал 30 секунд назад. Да, попробуй. Ну как? Я вкуснее. В жизни ничего не ел. Мы отправляемся за конфетами. Федор, а зачем тебе столько сумок? Для конфет, конечно. И это еще не все. У меня в сумках еще сумки. О, похоже, конфет здесь уже нет. О, только одна осталась. А куда же подевались все конфеты? Смотрите, какой там сильный ветер. Ветки так и гнутся. Ветер идет из той расщелины. Там он формируется из-за сильного перепадка давления между этой долиной и той стороной горы. О, я слышал про это место. Те, кого унесло этим ветром, больше не возвращались. О-о-о! Дядя Федор! Дядюшка Федор! Куда? Ты куда? Ты куда? Вернись!
По закону ветров поток должен выходить в открытое место. Надо выручать дядюшку Федора. Вперед! Здесь конфет. И все они мои! Класс! Мы на облаке! Сколько здесь конфет! Не трогай! Это мои конфеты! Ладно, я пошутил. Можешь взять одну. О, кажется, я теперь понимаю, почему отсюда никто не возвращался. Посмотрите, как тут высоко! Вот это да! Смотрите, вон великан Мо гуляет. Мо. А что он делает? Он просто пришел полакомиться конфетами с облаков. Ой-ой. Вот интересно, а что лучше? Быть съеденным или упасть с такой высоты на землю? Эй, мы здесь! Мо! Посмотри сюда! Держу! Спасибо, великан Мо! Эй, а мои конфеты? Ну и опасное же получилось приключение. Да, но зато мы открыли самые крутые воздушные горки на свете. И самые вкусные конфеты.